Nike Solution. Здесь это, в принципе, все написано. Доклад небольшой, поэтому все вопросы можно задать непосредственно в работе с решаемым. Итак, сначала теоретическая часть – это что такое код ревью. Код ревью – это процесс, когда один или более людей смотрят чужой код и указывают свои комментарии для того, чтобы повысить скилл другого человека и улучшить непосредственно качество написанного кода. Есть два типа кода ревью, это формальный тип и облегченный тип. Формальный тип указывает на то, что проводится обязательно, назначаются какие-то митинги, выделяются какое-то время, неформальный. Он чуть будет дальше. Вот непосредственно неформальные типы рассматриваются. Это отправка кода через email, программирование, подсказки по спину, когда человек подходит к другому человеку с каким-то вопросом, тот смотрит код, указывает на какие-то недостатки в его коде. И еще используются какие-то инструменты для анализа кода и, соответственно, его комментирования. Для анализа кода я как UI-щик использую для JavaScript JSLint, можно еще использовать JSLint, также используется StatSonar. Это автоматические анализаторы, они вам автоматом дают какие-то комментарии по вашему коду. То есть где поставлено запятая, где нет запятой. Вот. Для более формального код ревью можно использовать разные другие системы, одним из которых являются Fetchify и Crucible. Fetchify – это просмотрщик ваших репозиториев, а Crucible – непосредственно средство для комментирования и инспекции кода. Вот, они объединились, и это оба продукта от компании Atlassian. Они имеют схожий интерфейс, подобный к Jira, если кто работал. Вот, то есть будет легко, в принципе, сориентироваться в нем. Какие возможности? Ну, во-первых, это базирующееся на веб-приложении, соответственно, можно серверы где-то и соответственно смотреть код. Поддержка разных систем контроля версий, интеграция с Jira, можно ревьювать маленькие куски кода, можно смотреть свою статистику по ревью, также позволяет делать на нотификации ремайндеры для всех подписанных на ревью. Вот, непосредственно степ-бай-степ туториал, как мы работаем на проекте с Fetchify. Первый раз, когда мы заходим, мы вводим свои credentials и попадаем на дашборд, где мы можем видеть свои ревью, кто тебе дал на ревью код, закомпличенные ревью, сниппеты и так далее. Также можно видеть последнюю активность, то есть комменты, комментарии и так далее. Для того, чтобы стартовать ревью, мы нажимаем на Tools и Create Review.
Genesis Center – это непосредственно подпись ревьюера, каково ты хочешь назначить на как инспектора твоего входа. Можешь также указать модератора, который пропустит твой вход на ревью или не пропустит. Также можно указать дату, до какого времени это ревью актуально, и, соответственно, отправить напоминание всем ревьюерам о том, что им нужно проревьюировать какой-то код. Вот. После того, как мы создали ревью, мы отправляем, если у нас есть модератор, мы отправляем на модератора ревью, он опробит его и, соответственно, уже все остальные начинают его ревьюировать. Если нет модератора, по умолчанию, если модератор – это ревьюер, он может автоматом стартануть ревью, и все желающие могут прокомментировать. Но больше формальный подход используется, поэтому у нас не желающие, у нас это более обязательный подход. Вот. Тут как вообще комментируется код? Выбирается просто строка, которую ты хочешь прокомментировать, и пишется непосредственно комментарий. Комментарии поддерживают в виде маркап, поэтому можно оставлять код, как-то подформатировать сами комментарии. Ревьюер после просмотра кода, он нажимает на кнопку «Complete», то, что он уже просмотрел этот код, и модератор в конце может закрыть это ревью. Вот, в принципе, весь процесс. После этого можно посмотреть вообще общую статистику ревью, сколько было проревьюено за день, сколько за неделю, кто ревьювал, сколько строчек было проревьюено и так далее. Более подробно можно будет, в принципе, узнать у меня на копипреке и еще как-нибудь связаться. Так. У нас на соцсерве можно использовать две виртуалки насобраны, на которых находятся непосредственно фиша и Crucible. Какие-то проекты уже подключены. Первые тесты, которые уже более подвижные и более готовные к продакшену. Вот, на этом все. Квешены потом. Спасибо.